В преддверии 78-й даты празднования Дня Победы ветераны и вдовы участников Великой Отечественной войны получили путевки в санатории на профилактическое лечение. Первую группу в составе 5 человек пригласили в отделение социального фонда. Люди, испытавшие на себе все тяготы войны, особо нуждаются в заботе и внимании. Благодаря такому подарку ветераны смогут сменить обстановку с пользой, провести время, а главное – поправить свое здоровье. Региональное отделение социального фонда России по Чувашской республике за счет выделенных средств на этот год закупило 1051 путевку, и из них 255 путевок мы выдали. В том числе 15 получателей – это ветераны, вдовы Великой Отечественной войны. Путевки предоставляются бесплатно, при этом санаторий можно выбрать самостоятельно. Ветераны отдали предпочтение местным здравницам, чтобы быть ближе к дому. Они поедут отдыхать в Мечту, Жемчужину Чувашии и санаторий Чувашия курорт. В 2014 году нас приравняли к участникам войны. Запрашивали там документы какие, что сохранилось. И мы приравняли к участникам войны. Вот сейчас у меня первая группа. И спасибо, что государство не забыло нас, и вы не забываете. Мои 87 лет, что я пришла сюда, это уже хорошо. Надеемся, что лучше будет после отдыха.